Даша. Пытаюсь найти Дашу, не могу найти. Робот-пылесос трудится, моет. Даша! Слушай, я уже весь дом по кругу обижал, тебя нет и нет. Иди. А я тебя искала. Ты мы друг Джошем? Друга искали, с да. С Джошем играешься? Мы тут бегаем, дурачимся. Он грызет свой поводок, Джош. Чего это вы такие непослушные? Хорошо, мам. В общем, ребятки, всем приветик. Сегодня мы едем гулять, отдыхать. В общем, и в конце у Джоша будут кое-какие дела. Мы вам чуть позже расскажем. В общем, поехали с нами. Проведете этот день, Джош, что ты творишь? Я хотела тебя красиво взять, но ты как обычно. Тихо. Тихо, ты что, аккуратно? Все, поехали. Ты с нами? Да, я вон приготовила куртки, потому что вечером будет холодно. Да, ребят, у нас немножко похолодало. Я маме говорю, что куртки не понадобятся, но мама все равно верит. А Даша смотрит, что солнышко, да, сегодня нас светит? Да. Нет, на улице у нас около 20 градусов, а вечером будет холоднее. А возвращаться мы будем поздно. Да, мы будем поздно. Может быть, ты и права. Давай. Джошик, скажи, у меня всегда шубка при себе. И ему тепло всегда. И мне всегда тепло. Юлька, я вам игрушки детские приготовил. Здесь еще со съемок наших старых попиты, может кто помнит из наших подписчиков, какие видео мы про них снимали, маски всякие, ведерки, совочки, фасочки. Да, я думаю, надо, знаешь, что сделать будет, как-то взять это все и на какую-нибудь детскую площадку, на просто песочницу. Просто заехать, просто оставить все это. Я думаю, детки знают, что с этим делать, они разберут это все себе, они будут рады, ты прав, проиграют. Ну все, поехали. Дверь закрыла? Да, поехали. Ну что, выходим? Сейчас, я Джоша немного покормлю. Проголодался мальчик? Да. Он не кушал уже давно, поэтому надо покормить. Пусть попьет, и тогда пойдем. Чтобы он сделал все свои дела на улице. Как всегда, у меня слюнки текут, когда он кушает. Так аппетит, он, послушайте, вот крупно, сними тихо. Слышите, как он классно, смачно облизывается? Облизывается. Тихо, тихо. АСМР или как да, это? Да, да, я только хотела сказать. Точняк. Аж самому захотелось. В машине, такой запах мяса. Ребенка забрали. Покушали,
попили. Жизнь наладилась. А теперь будем изучать новые локации. Так, сейчас. Подержи, пожалуйста, мою сумку. Сейчас, Джошик, подожди. Сейчас пойдем гулять. Так. Одеваем поводочек, чтобы Джош никуда не убежал. Все, отпускай. Да. Спасибо. Все, иди, мой красавчик. Джош, ко мне. Ко мне. Даша, мне расскажи, чего мы сегодня приехали? Ой, ребята, сегодня у Джошика будет первый груминг. Так что сегодня он у нас будет очень красивым, надутым, пахнющим мальчиком. Его подстригут? Да, мы сейчас найдем, где находится сам этот груминг, и потом уже пойдем немного погуляем, так как мы приехали раньше. Джош, ты готов? Посмотри, как он готов. Я вовремя опустила камеру. Ой, мой хороший. Долго терпел, да, Джош? Ну, молодец, что на улице, а не в машине. Джош, ты готов? Он такой, всегда готов. Ой, мой хороший. Сейчас еще какие-то будут сюрпризы. Ну да, все впереди. Там тоже есть вход. Ну что там, Дашенька? Нам сказали, что надо дальше пройти. Это пятый дом, чуть ниже туда. Так что идем. Все хорошо, но у тебя шнурок развязался. Давай поводок, я подержу. Джоша, иди, это еще тот квест. Он запутывается в ногах. Боится по мостику идти. По ступенькам поднимается, а по мостику боится. Боится. Даша решила пофоткаться. Очень красиво и ветрено. Пойдем еще туда. Джошик, тебе здесь нравится, Джошик? Джош. Мне цветочки понравились. Какое видео? Мне цветы интересно, да? Ребенки, чего стоите? Джош. Где твоя хозяйка? Где Дашенька? Джош, ты скулишь, потому что хозяйки нет рядом. Она вот сейчас фотки поделает. Джош. Папа, ты был в кадре. Ну, это ж хорошо, что я был в кадре. Ну, ладно. Тебя Джошик ждет. Ой, такие фотки классные. Мне прям нравится. Джош, что это вот это вот? Что это за поведение? Я разве тебя так воспитывала? Ой, что ты меня перед зрителями позоришь, Джош? Ай-яй-яй-яй-яй. Ничего не позорь, я такой есть. Я хороший пес. Прикол в том, что когда я с ним разговариваю, он всегда так меня внимательно слушает, такой смотрит мне прямо в глазки. А на улице он вообще потерянный. Он идет, ему все интересно, только вот не Даша. Ну что, где грумер? Ну, я знаю, что вот там вот дальше. Идемте. Джош, ко мне. Охранник сказал тут наверху, где-то в каком-то низу, в подвальном помещении. О, я вижу. Вон, вот там красиво.
to say. You don't wanna be with me. I don't wanna give it up, baby. Мы пока с Джошиком тут решили посидеть, отдохнуть немножко. Джош брыкается. Родители вон фотографируются. А вы думаете, откуда у мамы такие классные зачетные фотки в Инстаграм? Это все дело рук папы, да? Ну вот, а у Джоша почему такие фотографии? Это фоткаю его я. Да, малыш мой? Да, малыш? Такой непослушный, я не могу. Ребята, кстати, кто еще не подписан на Инстаграм Джошика, подписывайтесь и на мой Инстаграм, и на Инстаграм папы, и на Инстаграм мамули. Ссылочка на Инстаграм Джоша будет в описании под этим видео, не забывайте. Он вас всех там ждет. Подпишитесь и напишите, что я новенький подписчик. Джош, да, в комментариях под напишите, последним постом. Я новенький подписчик, Джош, привет. И Джош вам ответит обязательно. Да. Посмотри, какая фотка. Ого, я маму классно поймала. Такие волосы, я, наверное, ее выставлю точно в Инстаграм. Да? Все, ребята, ожидайте. Профессионалы делали дело. Сейчас узнаем, нас примут или нет. Мы немножко раньше пришли. Не, мы можем и погулять, если рано. Если рано. А, хорошо, мы погуляем. Решили узнать. А, погуляем тогда. Ребят, представляете, в общем, я перепутала дни. Оказывается, мой Джош записан на завтра. Можно я немножко тут Джоша сниму? Да. Где он? Привет. Джошик, все, забрали моего маленького малыша. Мы придем через полтора часа где-то приходить, да? Все, мой мальчик, мама скоро за тобой придет. Очень рада, что все-таки его сегодня забрали, подстрижут, сделают красавцем. А мы пока с родителями пойдем где-то эти полчаса, полтора часа, будем гулять. Да, мам? Ну, Даша, ты даешь. Я в шоке, я уже начала переживать, думала, все. Нет, папа вообще ничего не будет говорить, я просто все. Главное, что сегодня... Ты вот такие корма не рассматривала? Это идет больше мокрый корм. Ну, я смотрю, тут взрослые более собаки. Вот это? Угу. Поди. Нет? В общем, ребят, тут есть корм, которым мы кормим нашего Джоша. Тут еще поилочка. Может быть, мы сейчас приобретем. Посмотрим. Мы думаем взять Джошу вот такую вот поилочку. Тут в одном отделении получается корм, в другом водичка. И самое, такая мисочка. Самое интересное, мисочку можно складывать. Она не занимает совсем место, не занимает. Очень удобно. Я хотела такую в интернете заказывать, но мы увидели здесь. Все, ребята, мы отдали Джоша на груминг, сказали нам его забирать через полтора часа примерно. Мы сейчас будем где-то гулять или пойдем куда-то сядем в какой-то ресторанчик, я еще пока не знаю. Джош, пока мы там стояли, выбирали поилочку. Скулил. Да, он очень громко скулил, такой, он слышал мой голос, походу. И еще нам повезло, что нас взяли, спасибо им, потому что мы, Даша перепутала Даша, день. Даша, как обычно, все перепутала. Мы так далеко ехали, и если бы нас сейчас не взяли, то это был бы полный облом. Вчера переписывалась в Вайбере с этим салоном, договорилась на завтра. Да. Я не знаю, почему она сказала, что нужно сегодня. На послезавтра. Ну, я же говорю, спасибо людям, что у них было время и место. В общем, мы нашли тут такой ресторанчик. Походу, тут ресторан итальянской кухни. Да, давай тут. Сейчас я вам покажу, как тут все красиво выглядит. Что-то сразу или пару минуточек? Пару минуточек. Подумаем. В общем, нам принесли меню. Сейчас будем по QR-коду. Да, сканируй код. Юлька, ты будешь сканировать? Можно. Чтобы быстрее было. Все, сейчас будем выбирать, что мы будем кушать.
котята, сейчас сижу в ресторане и все никак не могу определиться с тем, какую пиццу мне выбрать. Помогите мне с выбором и напишите, какая ваша самая любимая пицца. Даша, а ты с кем сейчас разговаривала? Да с кем, со своими подписчиками в телеграм-канале. А что это было? Ты что, их вопросы задала какие-то? Да, я всегда с ними тут общаюсь, стараюсь часто это делать. Так что, ребята, которые не подписаны на мой телеграм-канал, ссылочка внизу в описании, подписывайтесь. Да, ребята, вы очень много потеряете, если не подпишетесь на Дашу телеграм. Там очень круто. Дашка, расскажи, что мы заказали? Мы с мамой заказали свою любимую матчу, да, мама? Так, мы давненько ее не пили, поэтому соскучились. Папа взял себе капучино или американо? Американо с молочком. Угу. И еще мы взяли пиццу, нам посоветовали, какая-то Малиана вроде называется. В общем, сейчас будем пробовать. Да, мы вам покажем, что там и что за начинка, мы сами не знаем. Мы вообще, конечно, пиццу любим, но стараемся есть ее пореже. Да. Но мы давно ее не ели. Да, но мы очень давно не ели пиццу. Так что соскучились. Честно, хочу вам сказать, Джоша возле меня нет уже 5 минут, а я уже скучаю. Мне уже вот чего-то не хватает. Да. Думаю, вот, кого я забыла? Кого-то. Да. Кого-то. Целых 1.5 часа еще ждать, я не выдержу. Ой, слушай, скажи спасибо, что нас салон принял сегодня. Да. Сейчас бы сказали нет, все по записям, и мы бы развернулись и уехали. Это был бы капец просто. Ребята, просто посмотрите, какую красивую матчу нам принесли. Маме тут сердечко. Вау! Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, давайте я вам положу. Спасибо. Ну что, красиво, Дашка? Да, очень красиво и пахнет очень вкусно. А что у нас здесь? Здесь у нас бекон, здесь у нас черри томатный, томат черри, и все залито сыром. Вау, много очень, сыра, очень сыра. Вкусненько. И корж на лепешку похож. По-моему, это в печи. Угу. Все, ребят, я уже не могу, давайте есть. Что такое, девочки? Ребята, дубль номер 2. Какой номер 2? Я не буду переснимать. Снимали. Пусть все видят, как есть. Ну что, Юлька, рассказывай, как тебе пицца? Пицца очень понравилась. А корж очень тонкий был. Я выговорила это слово. Соус очень интересный такой, пикантный. И сама вообще она получилась очень нежная, неожиданно. Кстати, нам соус к пицце подали отдельно. То есть вот оно такое в пиалочке. Даша мажет так, и я отдельно на пиццу себе намазывал. Очень вкусно, оригинально. Я давно такую вкусную пиццу не ел. Тоже, ребята, это просто персик. Реально. Папа говорит, это не пицца, а какое-то произведение искусства, как этот торт. Белиссимо. Да, кстати, очень торт вкусно. Торт Наполеон, нежный, воздушный. Ребята, мы всем рекомендуем это заведение. Здесь очень вкусно. И кофе, и матча тоже. Все понравилось. Респект. Подожди, еще зафиксируйся. Нелегко. Я знаю. Мне же надо еще пересвет твой убрать. Вот, ребята, как делаются шедевры. Что, Даша, старая? Спасибо. Так, давай еще. А, еще, подожди. Я тоже. О, давай. Все, фоточки готовы, видео снято. Нет, видео еще не снято. Всем спасибо, все свободны. Да не слушайте Юлю.
Даш, расскажи, тебе уже звонили по Джошу? Да, мы когда еще сидели в ресторане, мне позвонили, сказали, что через полчаса ваша собака будет готова. Так что мне уже не терпится увидеть Джоша. Да, ребята, его там покупают, его там постригут, ну только немножечко, его там расчесывают. Вы не поверите, даже зубы будут чистить ему, вы представляете? Даже собакам чистить зубы. Ну. А коготочки будут стричь? И коготочки, и ушки там почистить, в общем, красавчик. Короче, сделают у него красивенького. Это называется этот вот, как его? Груминг. Что? У машины это называется как? У автомобиля. А тюнинг? Тюнинг. Тюнинг. Тюнинг Джоша. Док тюнинг. Маленькое ТО, техосмотр. Да. Хорошо, в смысле, пошли, поснимаешь, как его там моют. Да, ребятки, мы надеемся, что застанем, как Джоша там расчесывает, что-нибудь для вас снимем. Ты хочешь немножко пораньше прийти? Да, хочу посмотреть, как это все делается. Успокоить своего маленького ребеночка. Пораньше пришли. Угу. Можно посмотреть? Сейчас мы посидим, подождем. Джошка там докупает. Я его там вижу. А вон сидит мой малыш. Посмотри, прям. Здравствуйте. Боже, Джоша. Какой он начесанный. Посмотрите. Мой хороший. Игрушка просто. Конечно. Джошик. Это точно ты? Где наш баранчик? Где наши закругляшечки? Да-да-да-да-да. Ребят, смотрите, как здесь классно и красиво. Вот здесь вот его купали. Настоящая ванночка. Да, Джоша, ты видел Дашеньку свою? Хозяечку видел. Ну все, мой холёсик, боже мой, медвезёнок. Вообще, так начесали его, нафенили. Это другая собака. Это наш Джош? Я не знаю. Но раз он на тебя реагирует, значит это... Походу, да, наш. Ребята, как вам такая картина? Кто-то нарисовал Дашу в машине с Джошем. Идеально. Реально похоже на нашего Джоша, на нашу Дашу и в машине. Смотри, смотри, выбежал. Уже выбежал? Ой, куда ты, моя мать. Ты такой красивый. Иди сюда. Ты такой красивый. Отпусти его, пусть полежит сюда. Малыш, твой малыш. Боже мой. Он такой пушистый. Джошик, мы тебя не узнаем. Ты такой красавчик. Вы его так смотрите. Да, он не вытягивается к кудряшке. Боже мой, ребята. Объемный. Спасибо, очень красивый. А вытрите еще духи, какие-нибудь. Для собак, оказывается, тоже есть свои духи. Теперь он будет классно пахнуть. Ребята, прикиньте. Даша выбрала ему запах. Да, вот большой выбор духов для собак. Даша выбрала и... Я понюхала, мне этот больше всех понравился. Джоша, ты теперь будешь пахнуть. Сейчас все девчонки будут твои. Какой ты красавчик. Просто комок маленькой шерсти. Он теперь еще больше на игрушку стал похож. Джош, иди ко мне. Иди к маме. Все, Дашка, пошли. Говори спасибо. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Мы сюда вернемся? Да, мы сюда вернемся.
Как пахнешь, Джош, какой ты красавчик. Все, пошли, пошли. Ну что, карапуз, как тебе понравилось? Сказали, вообще он вел себя спокойно. Поначалу скулил, потом успокоился. И вот какого нам пёселя сделали. Я вообще в шоке. Его покупали, его немножечко подстригли. Ушки почистили. Зубки почистили. В общем, он классно. Теперь еще и пахнет так прикольно. Я просто в шоке, ребят. Я в шоке. Он такой ребята, красавчик. Кто хочет себе такую игрушку, Заводите. Привели одну собаку, а забираем другую. Не, ну классно. Мне нам есть вообще понравилось. Мне тоже здесь очень понравилось. Все, малышки, мы едем домой. Давай. Главное, он спокойно себя вел. Это хорошо. Дашунь! Ты довольна? Ты шо, у меня улыбка с лица не сходит. Посмотрите, какой он горнюний. Ребят, пишите в комментариях, как вам Джош. И узнаете ли вы его? Джош. Машина интересная, скажи, я пацан, мне все интересно. Не знаю, мне он напоминает сейчас больше на медведя. Ну да. Реально, медведь. Тедди Бир. Мишка. Он у нас может быть баранчиком, а может быть медведем. Да. Два в одном. Иногда бывает собакой. Иногда. Ключевое слово иногда. Иногда. В общем, остановились ребята, решили Джошу одеть все-таки поводочек. Потому что он не ходил в туалет, мы не спросили, ходил ли он в салоне, в груминг. В общем, да, вдруг он сейчас захочет в туалет, а Даша его на руках держит, а нам еще на машине ехать. Около часу ехать, это немало. И я не хочу, чтобы он долго терпел, поэтому мы сейчас лучше выгуляем его немножечко, и тогда поедем. Да, Джошик, скажи, это хорошо, зачем вы меня на руках носите? Я сам ножками могу ходить. Боже, ты же мой пушистик, у тебя еще больше шерсти стало, да? Нет, это так кажется вам. Так как и было, так и есть. Он такой классный. Джош, я тебя поглажу, это ты. Давай. На удивление, я быстро одела шлейку. Обычно это занимает дольше времени. Все. Все, карапуз. Красавчик. Сзади собака, Дашка, аккуратно. Мишка большая. Да. А мы маленькие. Да пошлите, что здесь? Какой пушистый. Джош, ко мне. Тут боится Даша. Не. Он боится. Не. Джош. Здесь не высоко. Джош, ко мне. Иди ближе здесь. Он даже запрыгнул. Расскажи, как там у вас дела? Сейчас я попытаюсь снять поводок. Секундочку. Я просто в шоке от того, насколько он красивый. И как он немножечко поменялся внешне. Из-за того, что его надули, начесали. Джошик, это ты! Это ты, мой мальчик! А может, это нам другую собаку дали? Это ты, Джош? Джош? А ну команду ему скажи, может он... Ну, какую команду? Ребята, может, нам другую собаку подсунули? Да ну, такой уникальный окрас, только вот Джош. Шайтана-мана. Джосик, это же ты. Это ты. Когда я заходила, он скулил и начинал ко мне проситься, поэтому это точно Джош. Это точно Джош. Нет, такой окрас только у нашего Джоша. Он такой один, единственный красивый. Да. Все, поехали? Поехали. Thank you.
приехали. Смотрите, Джош понял, что мы уже приехали домой, узнал место. Стоит, ждет, пока его... Боже, как ты пахнешь! Как ты пахнешь! Конфетками, да? Всё, Джош, ты узнаешь это место? Мы дома! Карапуз, мы дома! Все, давай я тебя поставлю. Побежали! Все, для собаки самое главное побегать. Боже мой, какой он прикольный. Джошик. Ты пушистик. А что нам видео снимать? Побежали, побежали. Пятки засверкали только. А что ты стоишь? Тоже побежали? Побежала. Ребята, в общем, я только что с Джошем бегала, забежала за угол. И думаю, что Джош не побежал за мной? А он покакунил. Покакунил, мой мальчик. Ты где? Джош, ты где? Вот ты где. Я вот только что сидел, какунил и лапу поднял. Да, это все хорошо, Даш, но надо убирать. Да, надо убирать. Фу, а воняет как, ё-моё. Так, ну, не надо вот этого говорить. Фу. Главное, что камера не передает запах. Фу, я пойду отсюда. Надо наступить, Джош. Джош, иди оттуда. А то еще в какахах будешь. Блин, ему так нравится на газоне. Сейчас будешь ты писать будет. Джош! Ты что, как? Ты не досрал? Какуны? Юлька, он что, не до это? Не мешаем. Блин, Даша, он второй раз насрал. Серьезно? Че ты ржешь? Не подходи только, не подходи. Он на радостях, что домой приехал, аж два раза сделал. Боже, мальчик терпел всю дорогу, молодец. Все, ребята, мы уже зашли домой, помыли Джошу лапки. И сейчас... Как я вам и обещала ранее, я сейчас покажу, чему мы научились и как я его дрессирую. Первая команда, которой мы научились, это место. Но так как его место там находится сейчас... Давай принесем. Да нет, это там его место, он знает, где оно. Джош, Джош, сначала мы ожидаем, чтобы он на вас посмотрел, то есть его внимание. Место. Побежал. Затем я немножко выжидаю, чтобы я... Да, включи свет. Подожди-ка, у нас тут темно. О, вот так. Я выжидаю, чтобы учить собаку терпению. Потому что если он сразу начнет кидаться, или я его сразу накормлю, то результата будет мало. Молодец. Да, мой красавчик. Молодец. У нас похвала, да, молодец, да. Вот. Джош, ко мне. Сидеть. Это еще две команды, которые мы знаем. Это ко мне и сидеть. Да, молодец. Да, молодец. И он сидит до тех пор, пока я его не дам в корм. Пока что мы не умеем сидеть так, чтобы я смогла уходить куда угодно, и он продолжал сидеть. Нет, ему надо быть всегда следом за мной. Так, что сейчас? Мы не взяли игрушку, да? Ну, Джош, посиди со мной. Сейчас Даша принесет Джош? Игрушку. Сидеть. Но он сидеть не будет. Когда я ухожу, он не сидит, к сожалению. Так, что мы принесем, Джош? Джош ищет Дашу. Давай твою любимую игрушку. Да, 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 да. Сначала он должен заинтересоваться игрушкой. То есть мы привлекаем его внимание. Немножечко поиграли туда-сюда. Затем я кидаю и говорю, принеси игрушку. Принеси игрушку. Принеси игрушку. Джош, принеси игрушку. Да, мой мальчик. Дай. Дай. Да, умница. Да, молодец. Да, молодец. Так, у нас там корм немножко упал, Джош. Подожди. Все. Он у нас умеет приносить игрушки, только что-то сейчас... Плохо было. Давай еще раз покажем зрителям. Принеси игрушку.
Все. Да, молодец. Давать он тоже умеет, но через раз у нас получается. Да, мой малыш. Так, что мы еще умеем? Нельзя. А, мы умеем команду нельзя. Так, как у нас происходит? Нельзя. Нельзя. Вот такой у нас послушный мальчик. Молодец. Конечно, он сейчас дома молодец. Когда мы выходим на улицу, и он видит всякие веточки, травку, я ему говорю, нельзя, он на меня иногда реагирует, а иногда нет, да? Да, может, такой. Нельзя. Нельзя. Да, молодец. Да, молодец. Это команды, эти команды мы выучили достаточно быстро. Они у нас не занимали слишком много времени. Так что я уверена, новички-собаководы с этими командами точно справятся. Мы сейчас разучиваем команду поцелуй. Иногда он целует, но редко. Так, сейчас попробуем. Джош, поцелуй. Он дотронулся, молодец. Да, молодец. То есть он должен носиком дотронуться до моих губ. Сидеть. Поцелуй. Да, молодец. Круто. Мой мальчик. Ой. Чего? Несколько раз меня поцеловал. Так, Джош, поцелуй. Поцелуй. Да, молодец. Ой, так круто стало получаться. Да, Джош, ты умница. Как мы вообще научились? То есть я держала корм недалеко от своих губ. То есть вот так вот. И я прям к нему тянулась вот так вот близко. Первое время он вообще не понимал. Думает, Даша, что ты от меня хочешь? Хозяйка, походу, сошла с ума. Но нет, потом он, короче, дотронулся вот так вот чисто, знаешь, на отвали. Вот так носиком до моих губ. И потом я его начала хвалить. Когда у собаки, когда вы разучиваете команду. Боже мой, да. Когда сидеть. Когда вы разучиваете команду вообще. Первый раз, когда у щенка получается, вот только-только вот первый раз получилось, надо очень эмоционально сидеть. Молодец. Реагировать эмоционально. Эмоционально хвалить, угу. Чтобы собака понимала, что это круто, что хозяин рад тому, что я сделал. Тогда следующие разы у собаки быстрее начнет получаться, и он быстрее, соответственно, выучит команду. Ну что ж, котята, я надеюсь, вам понравился наш сегодняшний влог. Понравился наш красивый Джошик. Если это действительно так, ставьте этому видео лайк, подписывайтесь на мой влоговый канал, кто еще не подписан, и обязательно делитесь этим видео со своими друзьями, знакомыми и родственниками. Ну и всем пока-пока, чмоки-чмоки, до новых встреч! Муа!